Всем привет! Количество инсайдов вокруг московского «Спартака» вынуждает меня выйти со спецвыпуском. Итак, во время матча «Динамо-Спартак» прямо по ходу Ваня Карпов бросил информацию о том, что Абаскали уберут уже на этой неделе. Вслед Андрей Панков разместил другой инсайд о том, что новым тренером «Спартака» будет голландец Паскаль Янсен. Правда, Андрей не уточнил, когда это случится. Так вот, когда официальные каналы молчат, вот такие инсайды становятся еще громче. Попытаемся со всем этим разобраться как раз в разговоре с Иваном и Андреем. Поехали. Ваня, Андрей, привет. Вань, с тебя по хронологии начнем. Сейчас мы пишем в послеобеденное время вторника, и Абаскаль, вопреки твоему инсайду, не уволен. Объясни, почему. Ну, во-первых, не вопреки моему инсайду, нужно внимательно читать, прежде чем задавать такие вопросы. Я удивлен, Тимур, что ты плохо готов. Ну-ка, давай сначала... Ну-ка, поясняй. Поясни, пожалуйста, раз уж ты начал вот с такого захода, тогда поясни, какой же у меня был инсайт, что, вопреки нему, Абаскаль до сих пор не уволен. Хорошо, у тебя было на этой неделе, да, поскольку все уперлись в какое-то там собрание «Спартака», поэтому я такой фактурой и оперирую. Если я не прав, объясни мне в чем. Нет, ну, на самом деле, понятно, что сейчас абсолютное большинство, подхватив инсайт Максима Алназарова насчет совета директоров во вторник, прицепило его автоматически и ко мне. Я, может быть, и ошибусь, или уже ошибся, и много раз ошибался, и в будущем тоже наверняка такое будет. Но в данном конкретном случае лично меня это слегка раздражает. Вот, и так как время еще не истекло, тем более, опять же, не все моменты я там мог говорить до этого, и до сих пор не все могу говорить из того, что знаю, и по крайней мере, не то, что знаю, из той информации, которая у меня есть. Однако, то, что Абаскаль уже все... У меня информация была до матча с «Динамо». В перерыве, тем более, когда они проигрывали 0-1, я посчитал, что... Ну, самое главное же было еще не повлиять на тренера, на футболистов, на команду, да? Поэтому в перерыве, причем я посмотрел, когда они уже все вышли из по трибунке на поле на второй тайм, я бахнул свой инсайт, то, что я знал и до этого. Что вопрос решен. Решен он был после «Зенита». Перед «Зенитом», по моей информации, он был поставлен. После «Зенита» он был решен, что Абаскаль покинет «Спартак» после матча с «Динамо» вне зависимости от результата. Эту информацию я опубликовал. Так, сейчас небольшая пауза здесь. То есть, поскольку неделя в разгаре, ты считаешь, что увольнение на этой неделе Абаскали еще случится? Ну, по моей информации, да, это возможно, и что это все еще в процессе. А как оно получится, мы узнаем только в течение недели. Андрей, ты чуть-чуть да. Попозже, после Вани, бросил инсайт про Паскаля Янсена, нового тренера для «Спартака». Что ты имел в виду под этим, то есть под этим инсайдом? Что Янсен приходит прямо сейчас в продолжение инсайда Вани, или это все-таки будет как-то по-другому? Нет, я имел в виду, что, ну, когда Абаскаль будет уволен, ну, то есть это вопрос времени. У меня там немножко другая информация, чем у Вани, но это нормально, да, то есть у нас бывает такое, что иногда информация совпадает, иногда разница, то есть у меня нет такого, что его уволят на этой неделе. Ну, то есть в любом случае увольнение Абаскаля – это вопрос времени, там, одного поражения, я не знаю, или когда Лукойл окончательно созреет, ну, то есть неважно, ну, я не знаю, может ли вообще что-то спасти Абаскаля, да? Ваня вот уверен, что нет, я тоже уверен, что нет. Но если вдруг он там, я не знаю, останется, в итоге кубок выиграет, и то, я думаю, что скорее всего нет. Вот, по поводу Янсена, я знаю, что на сейчас это фаворит. Ну, я не знаю, там меня тоже опровергали, там и Ваня там писал, что немножко другая информация по нему, там и другие спартаковские, в том числе инсайдеры, да? Но я знаю, что Янсен главный фаворит на пост тренера «Спартака» после увольнения Абаскаля. То есть когда оно случится... После этого увольнения Янсен команду примет. То есть это кандидат Амарала, спортивного директора. Надо понимать, что то есть, в «Спартаке» не так, как в «Ливерпуле», да, в нашем с тобой, например, любимом, да, куда пришел Майкл Эдвардс, и он будет все решать, там, кто будет главным тренером, да, то есть он будет выбирать. Здесь не так, да, то есть здесь не Амарала будет выбирать, он может лишь предложить кандидатов, а совет директоров утвердит как бы кого-то, может быть, из своих вариантов или еще кого-то. Но, насколько я знаю, совет директоров решил довериться тому человеку, кого они привели зимой. Вот, соответственно, да, да, то есть Амарал выбрал как своего кандидата вот этого человека, голландца Янсен. Поскольку у меня два коронованных инсайда сразу в гостях, у меня вопрос немножко технический по инсайдам. Ваня и Андрей, давайте тоже по очереди. Вань, что бы ты забросил этот инсайт про увольнение Абаскаля в перерыве матча с «Динамо», сколько должно источников тебе об этом сообщить?
Не всегда все решает количество источников, хотя, безусловно, сепарирование, да, то есть разные источники, желательно не связанные с разными интересами и так далее. Ну, это ключевой момент такой, чтобы достоверность была максимально высокой. Но иногда бывает, что не нужно ничего. Я приведу пример. Вот Андрей выпустил этот инсайт, мне моментально написали два человека, причем, ну, одновременно один написал, вот прям прям один в один, чуть ли не в одну секунду, что вот еще один, и от панк падает уведомление, что он написал свой инсайт. И чуть-чуть позже, буквально в течение там 50 минут, мне написал еще один человек о том, что конкретно вот ту информацию, которую я дал, которая, судя по всему, оказалась ошибочной, но, по крайней мере, ну, у меня самого подтверждения нету. Это то, что он уже в Москве и должен был, соответственно, сегодня проходить собеседование в Лукойл. Так вот, просто, Раз. чтобы понимать, да, чтобы понимать. Второй этот источник мега достоверный. Вот, и, ну, на секундочку, именно оттуда я получил информацию про Угальде. Первый, где бы то ни было, который в итоге и состоялся. Хотя, опять же, транспорт мог сорваться, и мне потом предъявили бы, например, за то, что я дал фейк. Хотя я же не говорил, что он перейдет. Я говорил, что он максимально близок, что переговоры в разгаре, и вот оно, собственно говоря, скоро должно случиться. И оно случилось. Вот, поэтому всегда нужно понимать, что ситуация, она не бывает статичной. Ситуация в динамике. И, например, вот одно из размышлений, которое у меня есть, например, что возможное неувольнение, например, на этой неделе Абаскаля может быть связано с тем, что Янсен не прилетел в Москву, не прошел личное собеседование в Лукойле у боссов, и, соответственно, невозможно принять окончательное решение совету директоров, потому что не было той самой встречи. А прилетит он, предположим, на следующий, да? Вот. И становится ли от этого мой инсайт там менее правдивым? Ну, да, если мы говорим о формулировке, которую я подал, то есть будет отправлен в отставку. Вот. Я в этом смысле, конечно, всегда рискую. Мне, в принципе, больше нравятся утвердительные формулировки, а не полувопросительные и тому подобное. Вот, но было ли это правда на момент, когда я об этом публиковал? Да, было. И, ну, и здесь всегда тонкий момент, и, естественно, риски. Плюс просто в моменте может поменяться отношение, предположим, каких-то ключевых персон, которые делают окончательный выбор, и смениться с одного, например, на другого. По моей информации, и вот она, к удивлению, совпадает, например, с тем, что некоторые телеграм-каналы, там, Дайодарик, например, писали, что Янсен не является основным. И исходя из его послужного списка, кстати, наш коллега Роман Нагучев очень интересный пост на это сделал, я на него тоже ссылался, что, ну, как бы, это прям не уровень. Это не в смысле, что это плохой тренер, плохой специалист, а что у него нет того бэкграунда, той силы, той квалификации, которая есть, например, у других, там, грубо говоря, у Черчесова и у Ивича, которые брали трофеи в разных странах, при разных ситуациях, в сборной, там, сям. Вот, оба достаточно положительно отработали в России, при этом оба были уволены, например, да. А у этого человека, ну, как бы практически ничего нет, там АЗ 4 года, да, он там в лиге конференции куда-то зашел, ну, типа, окей, все равно, ну, как бы он не выиграл. И какие-то разовые успехи могут быть там, ну, у разных людей. А вот так, чтобы было несколько разных странах, чтобы был авторитет, у него нет. И, насколько я знаю, он не основной. Хотя, опять же, смотри, вот если мы говорим об Андрее, да, возможно, у него информация с той стороны и от тех людей, ну, не конкретно напрямую, а через посредника, или напрямую, от тех людей, которые, ну, мыслят так, что должно быть так. Вот он главный кандидат, потому что это кандидат аморала. Аморал – ставленник Малышева вместе со Ждановым. Логично, что если они привели спортивного директора, он должен выбирать нового главного тренера. В этом есть логика. Но «Спартак» – это не аморал, не Малышев и не Жданов. Это Матыцин, это Олег Перов, и уже потом Жданов и Малышев. И там, секунду, я закончу, и там как раз разные мнения. Меня с миллион раз опровергали, мне это реально очень смешно слышать, что никакого Ивича нет, причем от тех же там Дайодарити и других. Вот, он есть, его рассматривают. И Черчесов, вот по Черчесову двойная штука, очень интересная.
реально, ну, когда я пишу, там, Лавров лоббирует, естественно, в этом есть некое журналистское преувеличение. Если он порекомендовал, если он высказался, предположим, в беседе с кем-то из боссов о том, что, блин, ну, а давайте Стас-то, он крутой. Вот. По сути, как бы, это и есть лобби. Но на самом деле это просто, ну, как бы, типа, рекомендация его мнения. Но когда такие большие люди вписываются за кого бы то ни было, к этому тоже могут прислушаться. Однако внутри клуба, в том числе на уровне боссов, все-таки решение больше в пользу иностранцев. И здесь самый момент интересный. Вот у меня вчера была информация, но она из одного источника, к вопросу, о котором ты говорил, из одного источника, и она не подтверждена. Мне сразу говорили, что это как бы полуслух, что мне его надо проверить. Я пока подтверждения этому не нашел. Мне говорят вчера, что очень активно начали пушить Осинкина. Мне тоже вчера сказали. Да, он очень, ну, он всегда был в орбите интересов Спартака, по крайней мере, хотя бы отталкиваясь от того, что писали разные СМИ, от того информации, которая была у меня, у Андрея. Но вот конкретно вчера мне сказали, что там вот идет тема Какие по страны продвижению. пушит кто? Нету точной информации, ну, не говорят, кто конкретно это делает, просто возникла эта кандидатура снова и активно. Естественно, просто исходя из логики, это должна быть кандидатура Паши Андреева, который теперь, по сути, заведует «Спартаком 2», где его тренер, где много его игроков, где его влияние, да. И он никогда, опять же, Павел Андреев, не выпадал из орбиты вот этой «Спартака», людей, которые как-то оказывают влияние на клуб. Там есть его игроки, всегда было, и всегда было много, кстати. И будет, я думаю, примерно еще какое-то время точно Давай, много. чтобы все темы в один спич не засовывать, я хочу Андрея сейчас подключить, чтобы, во-первых, какой-то ответ сформулировать на твою длинную речь, а во-вторых, по источникам, какое количество, Андрей, и главное, как ты видишь интерес этих источников сообщать тебе то, что они сообщают? Ну, тут я с вами соглашусь, что как бы надо разделять случаи. То есть у меня есть источники, которые я не проверяю. Я думаю, что у Вани тоже есть такие люди, которые, если один человек сказал ему, ну, это доверие максимальное, да, то ты просто берешь и пишешь, потому что тебя никогда не подводили, и ты как бы все понимаешь. Вот. С точки зрения там моих, я так же, как Ваня, там верю своим, да, источникам, я там верю своим, и вот то, что мне вчера сказали про Янсен, ну, это источник прям, ну, достовернейший, ну, для меня, да, поэтому я вот, ну, уверен там на 95%, что в итоге главным тренером будет он. Если ошибусь, ну, ошибусь хорошо, то есть кто не ошибается. Что касается, как сказал, интереса, источника, да, в том, чтобы что-то говорить, ну, это всегда по-разному. То есть у меня есть отношения там с некоторыми людьми, которые говорят мне это просто, ну, по доброте душевной. То есть я думаю, что и у Вани есть такие люди, ну, то есть с которыми уже отношения чуть больше, чем какие-то, ну, не знаю, как это правильно сказать, рабочие, они уже чуть больше, ну, дружеские переросли, да, и те как раз те могут просто набрать, сказать, ну, ты слышала, что вот такое есть, можно написать, ну, напиши, то есть в таком духе, да. Естественно, есть истории, когда там тебе пытаются, ну, не пытаются, а тебе что-то говорят, правду, условно говоря, да, но дают под каким-то таким углом, которое выгодно им, этим твоим, ну, источникам, да, и том, в этот момент тебе нужно как бы решить, как поступить, написать. Если написать, то сделать это так, ну, чтобы, ну, это не было, ну, не то, что явно, да, ну, то есть не оказывать прям совсем уж любую услугу, да, то есть, ну, тут надо реально все очень так разграничивать, сепарировать, как Ваня сказала, и лавировать очень серьезно приходится, потому что иногда бывает, да, что там у тебя есть два источника, и бывает такое, что один задевает другого с не очень хорошей стороны, и тебе нужно сделать так, чтобы и с одним отношения не испортить, да, и второму помочь. Пример. И здесь вот надо тоже такое немножко есть искусство, что надо как-то, ну, придумать так, чтобы всем было окей. А Осинкин, вы так вместе сейчас сошлись на этом варианте, это совершенно свежая фамилия по отношению к Спартаку, ну, после долгой паузы, когда давно о нем говорили. Это надо всерьез воспринимать или нет? Ну, я вот думаю, что пока что нет. То есть мне это закинули там вот так в проброс, и я тоже подтверждение не нашел. Я не думаю, что осенью в Спартаке возможно. То есть наверняка, Сказал... наверняка. Наверняка есть силы, да, вот Ваня сказал про Пашу Андрееву, что он, ну, может пытаться его лоббировать, это было бы логично, но я думаю, что, ну, и отдавать еще и главную команду на откуп одному агенту, я думаю, что в «Спартаке» на это не пойдут. В ваших инсайдах почему пока не упомянут Карпин? Вот кажется, я сколько общаюсь с футбольными людьми, все называют именно его не в качестве инсайда, а в качестве самого подходящего Спартаку кандидата. У вас есть информация о том, что он рассматривается или нет?
Но если помнишь, когда мы с тобой ходили к Глебу Чернявскому на подкаст, да, я говорил, что Карпина согласовал в свое время Хачатурянцев. И это когда он должен был заходить в «Спартак». Это правда, это прям, ну, это могут там, Карпин может это отрицать миллион раз, но это правда. Хачатурян согласовал с Лукойлом Карпина, но просто сам не зашел, поэтому и Карпин не зашел. Сейчас я допускаю, что в Лукойле есть люди, которые, может быть, хотели бы увидеть или там считают его вариантом, чтобы прям точно его рассматривать. У меня такого на данный момент нет. Давайте начнем. Да, мы будем отталкиваться от того, от самого главного постулата. Спартак хочет иностранного тренера в текущей конфигурации, с текущим спортивным директором, который в первую очередь должен, собственно, проявлять инициативу, если мы не берем боссов и их мнение. Поэтому Карпин в этом случае, ну, как бы, наверное, не просто не в их интересах, не, наверное, а точно не в их интересах. Если брать боссов, ну, у них, опять же говорю, мнения разделились, насколько я знаю, да, там есть некие силы со стороны, которые предлагают, давайте Черчесова подумаем, посмотрим, какой же он классный, надо его вернуть, это его шанс, он любит, он Спартач и так далее. А есть люди, которые рассматривают больше Ивича, свежую персону, который успел доказать там свой авторитет в нашем футболе и с большим бэкграундом. Фамилии Карпина в разговорах о том, кто может заменить Абаскаля, я лично не слышал уже очень давно. Хорошо, тебе сегодня, Вань, с этого мы начали. Набросали говна в комментариях по поводу того, что, ну вот, обещал Абаскалю увольнение, его не случилось. Во-первых, как ты на это реагируешь? И, во-вторых, как вообще вы, инсайдеры, реагируете на недоезд ваших инсайдов? Потому что у Вани месяц-то не самый однозначный. Ты с Промесом обещал нам его возвращение досрочное. Еще у тебя были там приколы. Вань, как с этим жить? Как противостоять этой волне негатива, которая появляется на неисполнении инсайдов. Слушай, ну, во-первых, как ты там сказал, когда мы предварительно общались, что типа пояснить за инсайт, я все-таки поясню. Вот, не хотел об этом писать в телегу. Я и сегодняшний последний пост не хотел писать, но что-то так заебали, блядь, что решил, что надо как-то отреагировать. Ну, во-первых, несмотря на толстокожесть, несмотря на выработанный с годами иммунитет, да, к хейту, это все равно задевает. Ну, меня, по крайней мере, я не знаю, как Андрея, меня это Да. задевает. Мне это не нравится, но мне приходится с этим жить. Больше всего мне не нравится тупость или намеренное искажение фактов, да, во Пример. многом заложником которого становятся многие люди, потому что есть там другие каналы, которые пишут либо намеренно искажая, либо по своей там глупости, недалекости, нет, неначитанности. Давай начнем с Промеса. Первое. Про ДТП дал я, поэтому говорить о том, что месяц какой-то не такой, довольно странно. Если говорить о недоезде того, что он там остался там, то давайте все-таки конкретно, что я написал. Что он будет оправдан по делу, ну не оправдан, а получит минимальный штраф по делу, что он не будет посажен в тюрьму. Ровно так и случилось. И что он не будет выдан голландскому правосудию в рамках этого дела. Ровно так и случилось. После, точнее не после, это дело решилось не в тот день, когда было запланировано. Помните, его переносили на неделю из-за того, что судья не мог выйти ровно в тот день. Вот. И здесь я уже, ну, это уже мои домыслы, не информация, вижу, возможно, какое-то участие там голландского правосудия или голландских каких-то сил. Вот. Но оно было перенесено, и дальше уже врубилась история с этим красным значком, что он не может уехать, что Интерпол. Интерпол, да, что все очень плохо, и вот, ну, как бы его надо задерживать, его надо в рамках этого запроса по экстрадиции держать. Ну, то есть это как бы 50-50. Это смотря как читать, смотря как слушать. Дальше. Что там, подожди, второе было? Ну, про Промес я тебе говорил. Ну, про Абаскаля мы с этого начали. Да, про Абаскаля. Ну, во-первых, вот там, где у меня действительно был просер, то, что его уволят после факела в паузу. Такие настроения действительно были, и это было уже очень рядом решение, но буквально в течение одного или, может быть, максимум 2 дней настроение наверху перевернулось и сказали, что нет, давайте мы все-таки дадим ему доработать. Это, кстати, ошибка, которую, я думаю, признают абсолютно все, потому что увольнять его надо было вообще в декабре до Нового года, а может быть, и еще и раньше, там, в октябре. Но не суть. Доехали. Я даю этот инсайт. Во-первых, неделя не окончена. Пока она не окончена, мы ждем, что как будет. Потому что я лично рассчитываю и как бы я верю своим источникам, что это случится. При этом могло уже поменяться, может поменяться сегодня, может поменяться в будущем. Может быть,
И я даю на это, ну, там, ровно 0,5%. Изначально никакого решения не было, как пишут мои оппоненты из, там, Максим Никитин, Джедай Ударить и прочие другие ребята. Реагирую я на это болезненно. Мне, безусловно, сейчас очень тяжело. Я бы хотел сейчас переключить ровно на завтра, где-то на вторую половину дня. Когда бы у меня, во-первых, появилось бы еще больше информации по тому, как там все происходит внутри, вот, плюс там по еще одному важному событию, и стало бы ясно, все-таки есть шансы доехать, как ты говоришь, у моего инсайда, или нет. Но нету вот этой кнопочки, поэтому мне приходится с этим стрессом жить, и сейчас он особенно высокий именно из-за того, что цена ошибки очень велика. И дело просто, сама тема экстремально важная для огромного количества людей. Как просто по факту, что вот уйдет, не уйдет, так и в оценке меня. Поэтому, безусловно, я испытываю стресс и, ну, переживаю, да, само собой. Андрей, у тебя как с этим? Я раньше прям переживал очень сильно, да, сейчас, наверное, ты устал чуть-чуть поменьше, но все равно как ты переживаешь, ты за свою репутацию, ну, так или иначе борешься, и даже несмотря, ты можешь дать там миллион верных инсайдов, да, там один не зайдет, и там ты на полгода будешь непонятно кем. Вот, поэтому, конечно, мы все переживаем, это, ну, потому что хочется делать свою работу качественно. Плюс тут надо тоже как бы разграничивать, условно говоря, да, про то, что Ваня говорил, ты можешь написать правду, и ты знаешь, что это правда, да, и многие там в футбольном мире знают, что это правда, но просто по факту там это не случается. Здесь это другой немножко коленкор, да, то есть здесь тебе себя не за что корить, ты написал то, что было в моменте, значит, то есть, ну, ты прав. Там, может быть, это, может, формулировку там неправильно выбрал, но это уже другой вопрос, там, просто станешь опытнее. Вот если ты даешь то, чего реально вообще не было, или ты дал то, что ты сам докрутил у себя в голове, ну, то есть, это вот уже, да, немножко другое, и здесь меня, конечно, такое задевает, если я понимаю, что я сам ошибся, да, то есть тут надо сразу прополоть немножко источники, понять, что ты сделал не так. И вот это меня больше задевает. А там, когда сейчас там могут написать, что там, я до сих пор иногда встречаю, что у панка вообще ни один инсайт не зашел, но я же знаю, что это не так. Ну, то есть, ну, Слушай, что ну я могу поделать? мне пишут регулярно, ну, часто пишут, что «О, что-то, Вань, у тебя в последнее время один инсайт не зашел», а, ну, это потому, что события так складываются, а вообще просто пишут «А ты что, это алкаш, у него один инсайт на 100 попадает, и то случайно». И, кстати, по поводу того, что Андрей говорил, я приведу свежий пример. Наши коллеги из «Спортэкспресса» дают инсайт, ну, как бы я знаю, потому что я все это прорабатывал, у меня вся информация была до этого. Дают инсайт. Вот Адиев в ближайшее время, значит, станет новым главным тренером этого, господи, Ахмата. Ну, во-первых, для тех, кто немножечко хотя бы разбирается, это очевидно. И для тех, кто глубоко разбирается, знает о некоторых договоренностях. Вот. Но в целом это просто чисто на шару. Чисто на шару. И я точно знаю, например, да, что если бы Ахмат, господи, кто главный тренер? Один сейчас. Да был. Был Ромащенко. Ромащенко, да. Если бы Ромащенко выиграл этот матч с Оренбургом, он не был бы уволен. Он Да. совершенно точно не был бы уволен. Там были некоторые сложности внутри, которые были купированы, и дальше они смотрели, либо это даст результат, либо это результата не даст. Это результата не дало. И он был уволен. Андрюша дает инсайт там про Адиева. Вот. Я, соответственно, даю уже свои детали, что там совмещение со сборной Казахстана и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, ну, мне спрашивают, вот, типа, блин, мы же об этом писали тогда-то, что ты, вот, почему ты там, типа, панку указываешь? И я говорю, подождите, ребят, у вас вообще было написано до игры с этого, с Да, Оренбургом, Оренбург. он Да. станет. А он мог выиграть, и тогда бы он не был уволен. То есть у вас был он продолжительность, да, куда-то туда, знаешь, типа. А тут Андрей конкретно говорит вот то-то, то-то и то-то. Поэтому, ну, это вообще на самом деле очень такой большой предмет для дискуссии, потому что люди, которые оценивают, это часто бывает с политикой, с военными делами, оценивают обычные люди,
которые в большинстве случаев ни черта не понимают вообще ни в теме, ни в чем. И они дают свою оценку. А в реальности там все так сложно и такие вообще замуты, что вам не У вас снится. вообще оказалось тяжелее жизнь, чем я думал. Я вообще хотел сделать про эти самые медиа, телеграм-каналы, отдельный выпуск съемочный. Я до вас еще, ребята, доберусь. А сейчас, чтобы Андрей отпустить, он торопится, я знаю. По последней фразе, вы так конкурентами являетесь в телеграм-среде, сейчас так подробно общаетесь, а на самом деле панк и карп это или это дружба? Слушай, давай я начну на правах Давай, давай. старшего. Ну, во-первых, Андрюша при мне начинал. Я передал ему базу контактов, передавал ему людей, когда уходил с чемпионата в никуда. Вот. И, ну, у меня к Андрею очень теплое и от этого очень жесткое отношение. Первые месяцы, нет, даже, может, первые полгода, год я вообще звонил ему каждый день, разъебывал вообще как только мог. Как он это сделал неправильно, как он то не сделал неправильно, что ему надо было сделать. Он обижался, понятное дело, там где-то меня посылал, где-то меня слушал. Ну, у меня как было там для себя, по крайней мере, моральное право это делать, и он ему трубки от меня поднимал, как бы в игнор меня не посылал. Вот, хотя у него там другой подход. Я увидел, что со временем он там меня услышал, он действительно стал больше погружаться в детали. Да, он все так же меньше рискует, хотя и бывает и рискует, но это выбор стратегии, на который я повлиять не могу. Это его собственный подход, как ему вести дела. Но то, что он был раньше гораздо более поверхностным и гораздо меньше проверял, как бы, да, свою информацию, да, сейчас это совершенно другой человек. При этом, например, я могу сказать, что никакого Николича как не было, так и нет и не будет в списках на «Спартак». Но Андрею в силу работы нужно, чтобы он там был, понимаешь? Вот, и Я про я... «Спартак» не писал, я про «Локомотив» писал. Ты писал Речь, про наверное, про «Спартак». «Локомотив» была все-таки. Нет, про «Спартак» я не писал, Марк. Не было, Марк, Вань, не было, вообще не было. Хорошо, возможно, я перепутал, но и там в целом Николича тоже особо нет. Но не суть, не суть важнее. Николич, причем главный классный тренер, но у него создался имидж этого самого агентского тренера, поэтому ему немножко сложно. Ну, отчасти правильно, отчасти нет. Короче, с Панком у меня отличное, у меня, не знаю, как у него со мной, у меня отличное отношение. Вот, он человек с очень уязвленным самолюбием. Вот, он хочет во всем быть первым, и это хорошая черта, нужно уметь ее контролировать. На мой взгляд, Андрей стал с этим лучше справляться, но все равно еще внутри него сидит вот это я, которое пытается вылезти очень часто и захватить весь мир. И это, без этого я не было бы ничего. Нужно уметь только немного выждать. Андрей Да, молодец, сейчас очень сильно. такое почти отеческое наставление. Андрей, давай отвечай, и отпускаем тебя. Да не, ну Ваня прав в этом плане. То есть то, что он рассказал про базу контактов и так далее, правда. Не, я Ваню уважаю за это, как минимум, за то, что он в свое время там меня, как он мне говорил, в свое время, я тебя не уволю, я просто забью на тебя хуй, это гораздо страшнее, когда я только начинал чемпионат. Я прям запомнил эту фразу, да. Ну, спасибо, что не забил, да, хуй в свое время. Если мы можем материться в этом Ну, если что, подкасте. мы запикаем, а может что-то и оставим. Хорошо, вот. Поэтому не, Ваню уважаю. Естественно, там, я думаю, что меня иногда бесит до сих пор, что когда Ваня там пишет мне в телегу и учит меня жизни, там, вот, как надо ссылаться, как надо там вот это делать, то делать, до сих пор это бывает. Иногда я реально на это злюсь, но в любом случае, как бы, ну, у меня уважительное отношение к Ване, потому что мне есть за что его уважать. Поэтому здесь все так же, как Ваня сказал. Давайте по скриптум еще раз, как Ванина фраза в отношении тебя, Андрей, звучала. Я тебя не уволю, я забью на тебя хуй, это гораздо страшнее. Да, это звучит просто реально, как какой-то слоган, действительно. Вань, спасибо огромное, Андрей тоже. Спасибо, Еще Тимур. встретимся. Я Подожди, надеюсь, а что можно ваша... я один вопрос тебе, Тимур, задам, вот чтобы зафиналить все это дело, мы много говорили. Что ты сам думаешь по Спартаку и Абаскалю, как будет? Я очень много ориентируюсь на ваши инсайды, поэтому я расстраиваюсь, когда они в моменте не доезжают. Но я верю про Янсена. Видимо, действительно, какое-то лобби Янсена туда продавило, раз он появился в поле информационном. А Я не насчет об этом, да? Абаскаля, я все-таки, Вань, думаю, что он доработает до конца сезона. У меня такое ощущение есть. Может быть, как раз потому, что ты всех спугнул, как ты в своем посте в Телеграме написал. Ну, я Я надеюсь, слишком от хотел вас еще стал вспомнить. зависеть, честно вам скажу. Слишком зависеть от вас Ты стал. знаешь, это действительно, я тоже себя ловлю часто на мысли, на размышлениях о том, что я завишу от той информации, которую дают мои коллеги, и даже если она где-то не бьется с моей информацией, я все равно держу ее в уме, и она влияет на меня.
Потому что я вас ценю, люблю, и поэтому мне хочется вам верить. Панбанк уже повернулся, уже улетает куда-то от нас. Поэтому, Ваня, Андрей, еще раз спасибо. Давайте увидимся. Пока. Теперь ваша очередь. Делитесь в комментариях впечатлениями от нашего разговора, ну и пишите, каким инсайдам вы доверяете больше всего. Ну и, конечно, что же делать с Абаскалем и на кого его менять. Ждем ваших комментариев, а также лайки и подписку на канал. Скоро новые видео.